друзья, всем привет! Вы вновь на канале «Деревенская жизнь городского пенсионера» и зовут меня Ирина. Ну а сегодня я готовлю чебуреки и хочу предложить свой вариант теста, который в нашей семье живет очень давно. Может быть, он и вам понравится. 1 стаканчик воды. 1/3 этого же стаканчика масла. У меня кукурузное, может быть любое растительное. 1/3 стаканчика. Вот столечко. 1/3 чайная ложка соли. Это вот столько. А муку мы с вами положим на глаз. Но тесто должно быть не совсем крутым. Не забудьте, что мы должны с вами муку просеять. 1 стакан муки. 2 стакан муки. Сейчас мы нарежем на каждый чебуречек лепешечку. И дадим этому всему постоять 15 минут. Прошли. И сейчас мы тут быстренько все это сотворим. Лепешечки на чебуречки наши. Естественно, они должны быть тоненькие, хорошенькие, вот такусенькие. Фарш на чебуреки у меня уже готов. Здесь, естественно, у меня мясо натуральное, лук, соль по вкусу и черный перец. Лука очень-очень много. Распределяем наш фарш. Закрываем. Вилочкой защипываем. Яйцо. Смазываю яйцом. Что же нам дает это яйцо? Угадайте с 3 раз. А это яйцо нам дает то, что наш чебурек не расползется. Чебуреки кипят. Мои чебуреки готовы. Сейчас посмотрим, что тут мы наваяли. Приятного аппетита!